Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить шоколадное печенье. Для теста нам понадобится 140 грамм мягкого масла сливочного, 200 грамм сахарной пудры, 1 яйцо, 190 грамм муки, 50 грамм порошка какао, половинка чайной ложки разрыхлителя. Взбиваем масло до пышности. Далее масло мы продолжаем взбивать сахарной пудрой венчиком. Добавляем яйцо и дальше взбиваем. Должно побелеть, такое вот белое получится. Муку, просеянную с какао, и сюда же добавленный разрыхлитель, добавляем и дальше начинаем вымешивать. Продолжаем вымешивать венчиком, все так же венчиком. Мы сформировали круглые такие шарики. Вот выложили их для того, чтобы они не прилипали к рукам. Обмакивайте руки в муку. Дальше берем скалку, которую тоже обмакнули в муку, и раскатываем шарики в такой блин. И затем положим в холодильник на 1 час. Следующий блин. Следующий раскатываем. И ложим в холодильник на час. Через час достали из холодильника и выкладываем на пергаментную бумагу. Накрываем вторым листиком пергаментной бумаги и раскатываем до толщины 5 мм. Раскатали и сейчас будем формировать печенье. Формируем печеньки. Одни печенюшки мы делали фужером, как вы видели. Потом мы устали с этим фужером и просто делали круглые шарики и положили их на противень. Теперь мы отправим наше печенье в печку 180 градусов на 7-10 минут. Разогретая печка и на 10 минут закрываем. Друзья, потому что мы положили очень близко друг возле друга наши печенюшки. И когда мы достали его с духовки, у нас получился сплошной корж. Поэтому мы решили его просто порезать ножиком. Дальше мы приготовим крем, называется ганаш, для того, чтобы склеить наши печенюшки. Мы выливаем наших 20 мл сливок жирных. Жирные сливки добавляем. И подогреваем до того момента, до кипения доводим. Потом добавим шоколад туда. Шоколад предварительно на терочке перетертый. Это у нас такой будет крем. Шоколадный крем. Печенюшки называются шоколадные, потому что крем шоколадный. И в печенье мы добавляли какао. Вот и получается шоколадное печенье. Пятьдесят грамм шоколада. Все, и теперь будем смазывать. Берем нашу печенюшку, у нас они не круглые получились, а мы их резали ножиком. И накладываем сюда полученный крем. Кремчик. И сверху прикладываем другой печенюшкой и придавили. Придавили, излишки забираем. Получается такая вот шоколадная печенюшка.
Печенье получилось очень вкусное, несмотря на то, что не получилось у нас кругленьким. Вот самое главное, знаете, что не ложить близко друг возле друга печенюшки, которые подготовлены в печку, потому что они расплывутся. Приятного всем аппетита! Подписывайтесь на мой канал. Шоколад измельчили на крупную терку.